Всем доброго времени суток. Прошлая рыбалочка что-то не задалась маленько. Решил приехать опять сюда. Сейчас немножко помормышу, а потом, возможно, перейду на микроджиг, потому что там течение большое, мормышку поднимает течение. Попробую микроджиг, грамма полтора-два. Возможно, там в нижних снаях как раз окунёк и стоит. Ну, будем пробовать, а там поговорится, что получится. Как-то странно, одна какая-то непонятная поклевочка была, но скорее всего уклейка, куда рыб делась. Сейчас попробую перевязаться, мормышку поменьше посажу, ну возможно насадочку поменяю, пока выключусь, экономить будем. Поменял мормышечку, поставил вот такую вот простую дробинку и вот такой микрохаус. Бывает, есть такой хаус. А это микрохаус. Посмотрим, как это изменит положение. Наконец-то получилось хоть одного окунька поймать. Что-то как-то
вообще стрёмненько. Сегодня я рыбу беру. Сегодня вроде там как соревнования идут. А чтобы спотать, от меня постоянно наверх туда бегать. И вечерком, наверное, кушицу. Так, напрашивается такой вывод, что весь стоит вот там на стремнине около Бучилова. Сейчас еще пару раз туда закину. Если что, если еще будут поклевки, значит пойдем туда. Еще окунек. Предположения подтверждаются. Окунь стоит ближе к струе. Сейчас я пару раз закину и пойду туда. Такой акушарик. Ага. Плюнул на нано-мину. Открытый фиш.
Блин, успел кое-как. Ё-моё. Отекал, думаю, надо камеру включить, очень хорош. Не знаю, что там видно будет, не видно. Ну что, вот такой акушарик. Предположения оправдались. Только стоит на струе. Ну, не на самой струе, а рядом со струей. Так что будем пробовать ловить его там. Сейчас камеру маленько переставлю, чего-нибудь такое, чтобы что-то видно было. И будем дальше ловить. Подобрали ключик. Подобрали ключик по ходу сегодняшнему окуньку. Вычислили, где он стоит. При проводке он предпочитает не такую вот мормышинговую, да, а предпочитает такую как микроджиговую, такую, ну как, такими подрывами. Ну, тропары, конечно, подрывы сильно ты не сделаешь, но может как раз и по это. Так и лучше, что делаешь вроде резкий подрыв, а она там так мягенькая, туда-сюда так ломилась. Ну, в таком плане, чувак, будем дальше.
что, будем заканчивать нашу рыбалку, несмотря на низкую активность рыбки и то, что вода еще не проступила и не ушла, уровень не встал еще. Все-таки удалось поймать, ну, сколько там, полтора десятка окуньков. Ну, а это, пожалуй, все.